9 сентября 2018 года в России состоится единый день голосования. Кого будут выбирать жители Славянского района, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянска Анатолий Чумаков. Единый день голосования. 9 сентября у нас состоятся выборы главы Маевского сельского поселения. Выборы эти будут называться досрочные. Значит, в выборах принимают два избирательных участка. Это 42-37, 42-38. Вот в этом году сформировали полностью у нас в Славянском районе новый состав участковых избирательных комиссий на 5 лет. И они готовы уже сегодня работать. Приняты документы от кандидатов. У нас зарегистрировано уже 3 кандидата. Самовыдвижением идет Дмитриченко Андрей Евгеньевич, Тыщенко Наталья Андреевна самовыдвижением и от ЛДПР это Захлыпа Максим Григорьевич. Это 3 человека, которые представляют на выборах, вот именно будут бороться за должность главы Маевского сельского поселения.